Ну, мы второй год участвуем в конференции под названием «Наука и фитнес». И, как известно, в прошлом году доклад, который сделал руководитель лаборатории спортивной медицины и физиологии Гераклиона Василий Волков, стал победителем первой научно-практической конференции «Наука и фитнес». Сегодня мы выступаем уже здесь с двумя докладами, помимо того, что являемся одними из организаторов. И пытаемся предложить сообществу не только спортивно-медицинскую составляющую нашей работы и исследований, но, собственно, то, что составляет, на мой взгляд, квинтэссенцию CrossFit, а именно тестирование двигательных навыков. По большому счету, тестирование функциональности тех, кто приходит в CrossFit-клубы, в CrossFit-залы. С докладом на эту тему выступал главный тренер CrossFit Гераклиона Евгений Богачев. И я связываю с этим его выступлением хорошие перспективы оценки работы Гераклиона в этой области и на этом поприще. В целом, оценивая эффективность подобного рода мероприятий, я говорил и повторяю, безусловно, то, что связано с здоровьем и физическими кондициями человека, требует научного подхода. Спорт, физкультура, любое из направлений, которыми человек занимается, пытаясь стать сильнее, крепче, функционально подготовленнее, требует, безусловно, глубокого научного, а по большому счету, просто умного подхода, который без науки не мыслит. И в этой связи подобные мероприятия, безусловно, нужны. Эта конференция, я думаю, должна занять достойное место в ряду мероприятий подобного рода. И уверен, что год от года будет набирать обороты с точки зрения глубины тех исследований и докладов на эти темы, которые эта конференция предлагает вниманию аудитории. That wanna storm me once, says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheel. Прежде всего, я бы хотел отметить качество представляемых докладов, сложность, актуальность и уровень представления материала однозначно вырос. Дальше, конечно, посещаемость. То есть мы наблюдаем практически полный зал народа. То есть мы понимаем, что это интересно и специалистам, которые работают в поле, это интересно и владельцам, руководителям, управляющим фитнес-клубов, спортивных клубов, и это интересно и ученым, потому что зачастую мы наблюдаем некий отрыв от реальности и, так скажем, отставание ортодоксальных ученых от тенденций и трендов современного фитнеса. Здесь мы видим, что обе эти стороны сошлись на одном поле, и мы видим, что практики доносят свои наработки, теоретики и ученые делают им замечания, высказывают свое мнение, и мне кажется, вот в таком, даже не противостоянии, а в таком диалоге может родиться действительно истина. Очень положительные впечатления, очень много интересных докладов по тематике, связанной с фитнесом, с научным подходом в сфере фитнеса. Очень хорошо мы выступили сегодня с нашими темами, посвященными кроссфиту, вызвали бурный, неподдельный интерес со стороны зрительской аудитории, со стороны экспертов. В общем-то, было много вопросов. Вопросов не столько по существу доклада, сколько по характеру понятийного аппарата, который мы применяем, когда говорим в кроссфите. Но, в общем, тем не менее, интерес был. Вот, и мне кажется, что это хороший, положительный знак. Я уверен, что в будущем наши доклады будут вызывать не меньший интерес, вот, но уже более конструктивный.
Увидели достаточно интересные доклады, не только интересные, информативные доклады, которые, конечно, будут применяться, внедряться в фитнес-индустрию. Мы увидели опять два очередных доклада по кроссфиту, который представил Гераклион. Кроссфит достаточно сложно, да, проникает в фитнес-индустрию, достаточно сложно люди начинают разбираться в этом, да, в этом явлении. И то, что Евгений Богачев сегодня одержал первое место в номинации «Фитнес-тренировка», показывает, что научное сообщество начинает признавать, узнавать кроссфит. И, естественно, мы видим лидирующие позиции кроссфита на нашей конференции.